Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштей Дмитрий. Мы продолжаем проходить Call of Duty Black Ops 2. Карма. Каймановые острова. 2025 год. Задание — захватить эту самую карму. Так, давайте изменим комплект наш. Во-первых, добавим перков. Снайпер открылся. Большой срок задержки дыхания при использовании... Мало использую, на самом деле. Вообще не использую. Ну, ладно. Так. Гранаты и оборудование я, пожалуй, оставлю те, которые нам предлагают. Дополнительно. Я смогу взять нож. Смогу взять глушитель. И, допустим, рефлекс. Так, все правильно. Сюда я смогу одеть глушитель. В нем видно лучше, чем бла-бла-бла. Нет, ММС-сканер мне, пожалуйста. Рукояточку. И режим огня. Нет, ладно, тогда глушитель оставлю. Режим огня я не пользуюсь на самом-то деле. Хотя плевать на рукоятку теперь мне. Давайте режим огня оставим и глушитель. Офигенно, не получится. Либо это, либо это. Хорошо. Значит, глушитель. Ну да. Ладно. О, и, кстати, новый пистолет, этот КАР-40 открылся. Все, начинаем, короче. КАП-40. Да, начинаем задание. Дэвид Мейсон. Погнали. Готов выложить миллиарды за этого дрона. Буэн фортуна де Фалько. Хорошая карма. Кибероружие. Стоп, вот. Вот же, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Но чтобы его опередить, надо получить ответы из первых рук. Сначала главное. Карма. Как меня бесит голос друга Мейнеса. Мендеса, Мейсона, блин. Карма. Колосс, Каймановые острова, сектор Оксо, 2025. Икарди, садитесь на седьмую плащу. Держите курс, все хорошо. Принято, Икар-9, начинай снижение. Частота открытая, парень. Мы все слушаем. Ладно. В удостоверении указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступ в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Зиги. Архивный компьютер – наш шанс найти карму до того, как это сделают люди Дефалка. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Ты сообразишь. Я в тебя верю. Конец связи. Так вот как же я тот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую телочку. Ширан. Колоссус. Колосс. Слушайте, я вот что не понимаю. Почему оперативные боевики выполняют шпионское задание? Это самый богатый город в мире. А значит, это отличная мишень для Рауля Менендеса. Так. Зона безопасности. Сканируйте нас. Так, спокойствие. Неизвестно. Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Ну, это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом. Наверное, это оттуда. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. Питерс, не подойдешь сюда? Надо разобраться. Вот, блин, ботаник. Я уж думал, нам точно каюк. Расслабься, Харпер. Засмотрелся. Я считаю, защита сработает.
Сканеры ничего не увидели. Теперь предъявите удостоверение и проходите. Эй, подождите меня. Мы из профсоюза. Это все. В колоссе у народа нет. Не так много дел. Она меня даже не смотрела. Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Блин, мы все попадем в ад. Что за... Прикольно, да? Индивидуальная реклама. Тебя сканируют. И помещают на рекламу. С часами. С девушками. С тем, что тебе нравится. Офигенно. Я не удивлюсь, если эта штука вскоре появится. Вот вам, блин, и игры. Какие идеи, а? А может и есть уже, я просто деревня. Не знаю. Но вряд ли. То есть ты заходишь куда-либо, тебя сканируют, фотографируют и помещают на рекламу. Это, блин, гениально. Нифига себе. Невероятно просто, правда? Как думаешь, а во сколько обойдется тут выходные провести? Ты столько и за год не заработаешь. Без балды. Неудивительно, что Менендес это поддерживает. Карпер, проверь этаж. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Понял. Голос Харпера мне не нравится. Как дела, красота? Пошел ты, мудак. Пока все нормально. Эй, тебе сюда нельзя. Мы из профсоюза. Тихо. Так, сектор, получилось. Валяй. Не так давно Колосс нанял наемников, чтобы увеличить численность охраны всей территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. Вот это была неожиданная встреча. Ну что, Зигги, пора за дело. Так вот кто такой Зигги. Харпер, охрану подменили наемниками. Они агрессивны. Ищи любую информацию, надо выяснить их цели. Ясно. Робот-паук может удерживаться на любой поверхности. Офигительный робочок. Осторожно, тут разрыв. Зигги перепрыгнет. А зачем прыгать? Что они делают? Ставят взрывчатку. Сначала им надо захватить карму. Харпер, внимание! Наемники устанавливают на борту взрывчатку. Я как раз слежу за ними, они направляются к тебе. Мать. Пора сматываться. Ладно. Все, что мог, я сделал, Зигги, или нет? Черт, давай быстрее, Зигги. Давай, ну. Туда хоть бегу или нет? Да по идее туда. Ага. Как будто бы для меня. Так. По трубам, это просто какой-то лабиринт здесь. Офигеть. Что за... Он же должен цепляться за любую поверхность, или я не прав? Зигги. Ты чё меня расстраиваешь, паучок, а? Робочок. Ладно, тогда так. Отлично. Черт. Это наш сигнал. Шокером, сектор. Давай, ну. Получилось. Идет сканирование. Так. Сканирование сетчатки завершено. Твою мать.
Черт! Пошли, вперед, вперед! Харпер, ты был прав. Они уже в серверной. Идем. Давай, давай! Отлично. Пошли! Есть контакт. Справился, мать вашу. Заходим. Устанавливаю связь. Уверен, что получится, Фарид. Я думал, ты в меня веришь. Ладно, мы вошли. Карму могли пронести на борт вместе с обычным грузом. Что за... Что это за... Да что делать-то надо? Я уже все нажал. Проверь грузовой манифест. Ага, хорошо. Ничего. Нужно было нажать D и мышкой вправо дернуть. Просмотри. Теперь влево. Автоматические системы безопасности. Ключевое слово карма. Что-то упускаем. На что? Проверь базу данных с камер безопасности. Распознавание текста. Карма. Есть. Эй, это же та девушка. Карма — это не оружие. Это женщина. Хлоя Линч, бывшая служащая Тацита, недавно уволилась. Теперь нам известно ее имя. Можно отследить ее на корабле. Это та девушка с Харпером. Или я не прав? Сектор, ты слышал? Прямо за дверью наемники. Фарид, враг прямо снаружи. Обойти не получится. Фарид, мне нужна возможность опознавать врага. Соедини имена наемников с биометрическими данными. Загрузи мне данные. Будет сделано. Открой дверь комнаты Кау. Да не вопрос. Черт. Вот как глупо сейчас было, а? Вот это вот глупое решение. Харпер, вот именно они... Это женщина. Отправляю тебе ее фотографию. Вот именно они могли стрелять мне в спину, когда я, блин, повернулся. Да, 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 это именно она. Надо торопиться. Наемники направляются к ней. Твою мать. Вперед, вперед, вперед! Черт! Можно спрятаться, отойти немножко. Давай, 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 вперед! Через прицел нужно смотреть. Отлично. Отлично. И последний. Отлично. Вперед. Патроны не щажу, правда. Так, я вас все равно вижу, ребят. Твою мать, не успел. Но я знал, я уже сжал Ctrl, чтобы он лег. Прошу прощения, ребят. Это сейчас смерть из-за моей корявости. Да ладно, что, зачем так? Да что за бред? Почему? Не, я просто был обескуражен тем, что здесь загрузка. Ладно. Контрольная точка здесь была. Аккуратно, аккуратно. Просто аккуратно идем, и все, и хорошо будет. Сначала может даже показаться, что трудно, но нет.
просто якоря. Твою мать. Тихо. Кто стрелял? Вот этот ублюдок стрелял. Спасибо. Не вижу. Вижу. Стою. Нет, 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 нет. Спите. Спите, спите, отдыхайте. Скан. Черт. Черт возьми. Вот так вот. Можно аквариум разбить, интересно, или нет? Нет, по всей видимости, нет. Идем дальше тогда. Тихо, 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 тихо. Не вижу цель. Вижу. Проходим вперед. Почему он не пошел? А, пошел. Давай, Салазар, вперед. Салазар, ищи другую дорогу к клубу. Найди позицию для наблюдения за толпой. Я отправлюсь к Харперу. Салазар. Хлоя! Хлоя, ты немедленно должна пойти со мной. Ты кто? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я Майк Харпер, ВМС США. Отвали от меня нафиг. Эй, ты меня слушаешь? Твоя жизнь в опасности. Террористы уже ищут тебя. Террористы? Что ты такое несешь? Хлоя! Их послал Рауль Менендес! Держи ее, Харпер, мы уже идем! Ни хрена себе очередь. Или это не очередь? Да, это очередь. А ну а мы кто? Мы, черт побери, VIP. Нет, мы не VIP, мы из профсоюза. Так что допуск у нас есть везде. В том числе и в клуб. Ух ты, какие девочки там танцуют, а? Эй! Почему тут так тихо, а? Потому что музыка там, здесь бар. Хорошо. Открывай мне дверь. Спасибо, мужик. Харпер, ты где? Мы на ты что, скучаешь? Уже иду. Сектор, я на позиции на балконе клуба. Девчата? Вот. Да, мы рядом с танцполом. Мы сейчас туда зайдем. Привет! Да, черт побери, Макс Пейн 3 вспоминаю почему-то, не знаю, блин. Офигенно. Обычно такие заведения я посещаю очень-очень-очень-очень пьяным. Так, вот она. С дороги, с дороги. Уходим отсюда, просто уходим. Твою мать, они уже здесь. Твою мать. Сука! Извиняюсь за мат. Если... Ну, это не мат вообще, ну ладно. Ругательство такое. Слишком много заложников. 5 секунд, Хлоя! Нет! Открыть огонь! Твою мать! Дура! Давай, давай, давай! Не всех уничтожаю, жалко. Ну да ладно. Со всеми справились? Да, теперь нужно ее найти. Охренеть месиво просто. Охренеть месиво.
Твою ты дрянь налево. Без опознавательных знаков. Наемники Менендеса. Их тут десяток. Стоп. Вот. Вот же. Ты видишь? Вижу. Да. Зараза. Зараза, сигнал пропал. Дефалко включил помехи. Ищи, ищи, ищи. Корабль заминирован. Выдвигаемся, перехватим его у атриума. По крайней мере, попробуем. Что происходит? Мы из ВМС США. Так, надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою. Эй, посмотри на меня. Сосредоточься, слышишь? Это ладно, надо сделать. Так, арсенал охраны. Арсенал охраны. Дефалко взорвал сраную бомбу рядом с клубом. Девчонка у него. Подключи нас к камерам безопасности на этой палубе. Что это? Что за... Ладно. Пошли. Твою мать, вы посмотрите просто на это месиво, которое он здесь устроил. Суки ты сын. Суки ты сын. Почти что и не сматерил. Не упустим. Что за камуфляжи у них, а? Я найду его. Давай. Как будто знал. Офигеть! Я что, сменил оружие? Твою мать! Я, кажется, сменил оружие. Мы его упустим. Да не упустим, подожди ты. Вот она моя, красавица. Давай. Я его вижу, выходит из торгового центра. Что за... Эй, вот это плохо. Уже выполняю. Открывай. Давай, слушай, там аквариум. Ему почти что хана. Давай уже откроем ее, а? Отлично. Давайте отсюда. Сейчас, секунду, подождите. Ух ты. Ты посмотри, Марит, что у нас тут. Взломать АСД на дистанционной станции 55. Станция 55. Готово. Установить параметры. Отслеживать и защищать. Так, отлично. Наша игрушка теперь. А вот это нет. Это явно не наша игрушка. Система обороны колосса готова к ответу на атаку террористов. Система безопасности считает вооруженных лиц врагами. Включай реального врага. Всех вооруженных лиц. Эй, включая нас, что ли? Снимать вашу. Давайте. Твою мать. Мне кажется, или вот эта дрянь их звали, задавила. Если бы не этот прицел, хрен бы я их увидел. До сих пор не вижу кого-то. Ага, вижу. Отлично, убит.
Идем. Это мобильник. Блокирую сигнал. Ладно, уже действую. Черт. Вы посмотрите просто на этот ад, который они здесь сделали. Почитал просто увеличенный магазин. Так, контрольная точка есть. Просто какой-то дестрой. Салазар. Тихо. Ах вы дряни. Да эта дрянь меня стреляла. Черт. А это что было? Я не видел никого, кроме этих маленьких дроидов. Но они вроде должны быть на нашей стороне. Извиняюсь за скрип стула. Блин. Ничего с этим я поделать не могу. Поудобнее сяду просто и все. О, да, это она. Хорошо. Будем их избегать. Стараться, по крайней мере. Давай, я поверху пойду. Нет, здесь я не пройду. Ни хрена. Черт. Держитесь, ребят, держитесь. Просто держитесь. Давай быстрее, сектор! Это наш. Вижу дефалка. Твою налево испугался. Уйдите с дороги. Сильно расстроится, если дефалка заберет хвою с корабля. Черт, и здесь поверху пойти нельзя. Нахер от меня. Да как? Я боюсь упустить этого дефпалка, и поэтому просто вперед бегу, рассчитывая на везение, но вот видите, не всегда оно мне улыбается, это везение. С дороги. Особенно мешают дроиды, особенно сильно. Лучше бы я не просил, блин, его. Ребята, подключать их мне. Он почти упал в эвакуации. Дефалкон немало сил потратил на это похищение. Он запросто затопит весь колосс, лишь бы замести следы. Да ёшкин дрын. Во-первых, меньше было их внизу. Во-вторых, я уже раз пять посмотрел наверх, на лестнице. Их там не было. Я подумал, что спаун изменился. Места другие немножко. Блин, и девушку убил. Извини меня, милая. Черт. Все через задницу. Ладно, будем готовы. Вам надо торопиться. Он почти упал. Вот видите, опять все по-другому. Дефалкон немало сил потратил на это похищение. Он запросто затопит весь колосс, лишь бы замести следы. Прилетела ракета от маленького этого засранца, робота. А потом уже добили меня люди с лестницы. Так, ну зато девушку мы не убьем, да? Ну почти. Извини. Да че? Ладно, виноват. Я просто не хотел терять девушку. Иди сюда. Вот так вот. Живи, друг. Ребята, вам надо торопиться. Он почти упал в эвакуации. Дефалкон немало сил потратил на это похищение. Он запросто затопит весь колосс, лишь бы замести следы. Так. Вот это паршиво, очень паршиво. А вот это хорошо, в этот раз наконец пройдем мы здесь. Да? Да. Вперед. Вон он, дефалку, вижу. Не вижу больше их солдат.
А значит ли это, что мы сможем здесь спокойно пробежать? Да, так оно это значит. Так оно и значит. Дефалко, стой, урод! Стой, ублюдок! Надо возвращаться на Обаму. Твою мать. Узнай, почему эта девчонка так важна для Менендеса. Эй, а Харпер сейчас крикнул «Фак!» Я видел это. А у Салазара не видно было оружия. Что случилось на Колоссе? Достижение получено. Девушка сглупила, когда вышла. Надо было позволить Дефалко убивать всех. Мы что-нибудь придумали. По крайней мере, он бы убивал поодиночке. А не так, как он сделал это. Расстрелял всех, кого может. Карма похищена. Дефалко жив. Черт, это паскудно. Доступно новое задание для ударной группы. Ну, мы это не будем выполнять. Страдай, как я. Панама, 1989 год. Задание захватить Мануэля Нарьего. Что ж, а будем выполнять это задание в следующей серии, друзья. Всем спасибо, всем пока.